Central Asia Got Talent в Узбекистане. Хуш келипсиз! Узбекистан! Десятый финалист второго сезона Central Asia's Got Talent совмещает творчество со служением Отечеству. Капитан МВД Республики Узбекистан, а также руководитель ансамбля караульных войск Давранбек Абдусаломов всегда мечтал петь на большой сцене. Я офицер. Мой долг с честью и достоинством служить Родине. Но я и обыкновенный человек. У меня было желание показать свои способности. Я начальник ансамбля караульных войск. Вау! Музыка – это для меня смысл моей жизни. Я с 6 лет занимаюсь вокалом, пением и общей музыкой. Можно передать все чувства и эмоции. Куидо Эльмар и Лючика. Как он начал красиво. Sono vecchio a terrazza, davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza, dopo che avevo pianto. Poi si spiovince la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene, sai. Vide le luci in mezzo al mare, penso le notti là in America. Ma erano solo le lampare e le bianche scie tunnelica. Senti il dolore nella musica, si è il suo dol piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, il sembra più dolce anche. Когда начал петь на сцене Давранбек, я просто попала в такой период, будто между сказкой, между жизнью. Вот бывает момент, когда просто мысли покидают твое тело и просто плавают на такой волне. Вот у меня вот такое было ощущение. После выступления на прослушивание Давранбек, помимо 4 «да» от жюри, получил еще один приятный бонус – повышение по службе. Когда я вернулся в Узбекистан после прослушиваний, мое руководство оценило мой маленький труд, и мне дали звание капитана. А в первый раз я приезжал сюда старшим лейтенантом. Я очень благодарен им за это повышение. Узнав о том, что я прошел в гранд-финал, моей радости не было предела. Первая мысль была, что я оправдал доверие руководства и близких мне людей. Над землей летели лебеди солнечным днем.
Давронбек сегодня раскрылся, мне кажется, дополнительно. Все-таки полуфиналы решают, они сказываются, да, это уже несколько иной вызов, который ставят перед собой участники, и выбор песни, и исполнение. И самое главное то, как он существующий свой талант, безусловный, раскрыл еще дополнительно с новой грани. И я считаю, это очень правильное решение, это было действительно здорово. Что с тобой, моя любимая? Же ты моя любимая, возвратись скорей, красотой своей нежной сердце мне согрей. И была непоправимую эта беда, то с подругою не встретиться он никогда. Лебедь вновь поднялся к облаку, песню прервал и, сложив бесстрашно крылья, на землю упал. Хочу, чтоб жили лебеди и от белых стай, и от белых стай мир добрее стал. Пусть летят по небу, пусть летят по небу лебеди. Показал, что огранить талант могут дисциплина и преданность любимому делу. Капитан остался верен своему образованию, а поступив на службу, с честью представляет Узбекистан на сцене Central Asia's Got Talent. В полуфинале участвовало много талантливых людей. Каждый старался показать свой талант. Хотелось показать всем, насколько важна музыка. Музыка – это единственный язык, который понимает весь мир. Для меня пройти в гранд-финал дает еще больше уверенности, что стою на правильном пути. Голосуйте за Давранбека Абдусаломова прямо сейчас и только в приложении iTunes.